Клюев в составе ЦСКА, есть шанс у него тоже дебютировать. Заявки есть, появится ли на площадке, видимо, пока Джигири. Ну, Вейер, кстати, подставляется здорово, так что рациональное зерно в этой паузе было. Джигири! Михайловский против Эртеля вышел защищаться. Михайловский повыше, очень длинные руки. Размен. Предновогодний. Михайловский в угол, Остапкович в лицевую. Нашел Джигири. Созидательное. Смотрим, раскрыв глаза. Дальше Тримбл не отдал провалившемуся в трехсекундную зону, чтобы улететь. Как от стоячего. Ой, да ладно. Эмбай нашел эту передачу. А Джигири... Хотя, в общем, все сделали, и в защите-то был Фрейзер. Но там Вейер молодец, поддавил. Вейер. Гарданахишвили. Судейского столика. Карасев в трехсекундную зону на Мойермана. Шикарную передачу делает Мойерман. Так не открыется Фрейзер. Вейер. Фрейзер его держит, как раз так, что действительно просто так не открыть.